Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Даже не знаю, кто посмотрит это видео, потому что сейчас людям интересны совершенно другие темы, а есть даже те зрители, которые обвиняют тебя, что ты думаешь о тряпочках, о компоновочках, когда, в общем-то, сами понимаете, что. Это видео я записываю спонтанно, я взяла карандаш для того, чтобы сделать какие-то заметки, но все-таки мне стало нравиться записывать вот такие разговорные видео. Я сегодня вам расскажу, как рассказала бы, наверное, подруге, которая бы меня спросила о том, как компоновать удачно вещи. Я сегодня вам расскажу о том, что я использую, компоную вещи для себя, компоную вещи, когда я показываю вам те или иные ансамбли. Я всегда строго следую этим правилам. Раньше это было несколько сложнее, теперь я это делаю абсолютно интуитивно. Для того, чтобы эти правила для себя вывести, это мои индивидуальные правила. Я их нигде не подсмотрела, ни у кого не услышала. Эти правила связаны с моим вот именно желанием выглядеть классно на все 100, при этом не тратить много времени, тем более много денег на то, чтобы классно на все 100 выглядеть. Итак, первое правило. Это видео родилось как раз-таки потому, что подобный вопрос, да что ж такое, сегодня все волосы мне в лицо. Потому что подобный вопрос мне был задан. По поводу трех цветов. Я часто цитирую свой собственный принцип сочетания не больше трех цветов в одном ансамбле. Что я имею в виду? Я имею в виду не более трех цветов в одежде. И часто говорю, что есть второе попутное правило, что аксессуары, а также обувь могут быть любыми по цвету, любыми по фактуре, не сочетаться ни между собой, ни с одеждой. Что это значит? Это значит, что если на мне юбка и пиджак, и блузка, всего три цвета должны присутствовать. Если это принтованная юбка, либо принтованная блузка, опять же, общее количество цветов желательно не должно превышать трех, но мы понимаем, что с принтом это очень сложно. Поэтому как минимум один цвет в принте, например, серые цветочки и красные цветочки, так вот серые цветочки должны примерно совпадать по цвету с серым пиджаком, который мы на себя наденем. Да, это сложно, скажем так, из небольшого, тем более количества вещей, которые мы часто имеем в гардеробе, не у всех раздутые гардеробы, сложно подобрать серый цветочек к серому пиджаку, но если это удастся сделать, ваш образ будет очень-очень гармоничным. Поэтому слоев одежды может быть много, но цветов, используемых именно в одежде, должно быть не больше трех. Опять же, оговорюсь, безусловно, можно использовать и 4, и 5 цветов, в особенности, если речь опять же идет о принте. Но если мы хотим вот прямо-таки с закрытыми глазами составить себе классный ансамбль, не думая, не взирая на эти полки, на эти вешалки, что же нам сегодня одеть, чтобы было хорошо и чтобы сочеталось, мы совершенно четко должны представлять, что не более трех цветов. Больше того, скажу вам, что когда два цвета сочетаются, только два цвета, такие компоновки выглядят еще более изящно. Скажем так, красная юбка, часто я ее показываю, допустим, бежевый свитер и бежевое пальто. Вот такая компоновка будет более выигрышная, чем красная юбка, белый свитер и бежевое пальто. Несмотря на то, что красный, бежевый и белый – это прекрасное сочетание само по себе. Оно вкусное, оно красивое, оно очень-очень хорошо и выигрышно смотрится. Обращайте внимание, не больше трех цветов, но для себя я всегда делаю оговорочку. Желательно всего два цвета в компоновке. Вы увидите, что будут такие ансамбли очень-очень хорошо работать. Попутно я уже сказала, что правило цветного разного по фактуре аксессуара, оно тоже всегда работает. Что это значит? Это значит, что если на мне красная юбка, допустим, все-таки усложним наш образ, белый свитер и бежевое пальто, я возьму в руки сумку любого цвета, любого, представьте себе, любой цвет, это может быть даже неоновый цвет, плюс я надену платок, представим себе розовый платок, неоновая сумка в руках. Вот обувь тоже может быть совершенно любой. Как ни странно, но это работает. Вот опять же, при сдержанности образа в цветовом плане, аксессуары мы можем использовать совершенно любые, мы можем даже шляпу сюда добавить и тоже совершенно не думать о том, как она будет сочетаться. По поводу шляпы и по поводу обуви. Могу сказать, что если вы представите ваш образ с головы до ног и проведете вот такую дугу, есть понятие для меня лично замкнутого образа. Это значит, что то, что мы имеем выше всего, допустим, белая шляпа, либо черная шляпа, которая проводим дугу, сочетается по цвету с тем, что мы имеем на ногах, допустим, белые ботильоны, либо черные ботильоны, если у нас черная шляпа, и наоборот, если белая шляпа, белый ботильон, либо белые босоножки, то мы получим очень красивый замкнутый образ. Как это работает, тоже очень сложно себе представить. Это может быть Это может быть шапка плюс обувь, все что угодно. Внимание, если мы не используем головной убор, то это может быть наша верхняя одежда, которая сочетается по цвету с обувью. Звучит, возможно, странно и сумбурно, но опять же, мы все находимся в карантине. Если вы начнете примерять таким образом вашу одежду, допустим, у вас темно-синее укороченное пальто,
и темно-синие, не знаю, лодочки у вас, например, вы тоже увидите, что вот такой замкнутый образ очень красиво работает. И опускаемся ниже. Именно поэтому, на мой взгляд, работает прекрасное правило, когда цвет нашей сумки совпадает с цветом обуви. Допустим, у нас красная сумка и красная обувь. Это тоже пример, как бы странно это ни звучало, замкнутого образа. И здесь внимание, чем больше разрыв между этими двумя элементами, то, что мы имеем внизу и то, что мы имеем наверху, тем лучше и удачнее будет образ. Это значит, что если сумка у нас на плече красного цвета и обувь красная, это лучше будет смотреться, более гармонично, чем красная сумка, которую мы держим в руках, которая будет ближе к обуви, просто потому что она будет физически ближе к нашей красной обуви. Поэтому вот такой момент тоже можно учитывать. Правило контрастности, на котором я всегда строю образы. Для меня образы, которые не построены на мне, на манекенах, на вас, по принципу контрастности, это заведомо проигрышные образы. Что значит? Это значит очень все просто. Верх должен контрастировать с низом. Блузка, свитшот, пиджак, все что угодно должны контрастировать с нашим низом. Это значит, что если у нас здесь что-то темное, внизу должно быть что-то светлое, и наоборот, если внизу темное, сверху светлое. Эти образы тоже 100% работают. И могу сказать вам также, по большому секрету, для всех, кто это видео все-таки в наши непростые времена посмотрит, могу вам совершенно точно сказать, что гораздо более выигрышные образы, когда сверху мы имеем что-то темное, темно-синее, черное, темно-коричневое, темно-зеленое, темно-серое, любое. А внизу, будь то юбка, край платья любой длины, это могут быть брюки любого фасона, а внизу должно быть светлое. Вот такие образы выглядят больше, более, скажем так, гармонично, более стильно, более элегантно зачастую, чем наоборот, когда юбка темная, брюки темные, а сверху мы имеем что-то светлое. Обратите внимание, именно поэтому для меня самое лучшее сочетание, и многие мне написали комплимент, оно, это сочетание построено как раз-таки вот на таком принципе контрастности, и принципе, что сверху мы имеем темное, а снизу мы имеем светлое. Вот так вот сочетание белые брюки плюс что-то черное сверху, белая юбка плюс что-то черное сверху, это максимальная контрастность, мы все понимаем. Но это опять же принцип, когда снизу светло, а сверху у нас темное, это, в общем-то, самые-самые выигрышные образы. По поводу количества одежды в одном ансамбле. Однажды я посмотрела здесь на YouTube видео достаточно именитого стилиста, который продает свои курсы по стилю. Она сказала очень интересную фразу. Она бесплатно поделилась со зрителями того видео, что если у нас в ансамбле имеется не больше пяти, внимание, пяти компонентов, то есть пяти предметов одежды, рубашка, свитер, пальто, юбка, не больше пяти, то это заранее проигрышный вариант компоновки. И здесь я могу сказать, что я совершенно точно на все 100, 200, 250% не согласна. Я считаю, что чем меньше слоев в одежде, сейчас я отдельно скажу про многослойность, как я ее понимаю, так вот, чем меньше компонентов в одежде, тем лучше будет образ. Исключения составляют те образы, когда мы имеем много-много-много компонентов, но опять же не больше пяти. Например, водолазка, высокое горло, например, пиджак, например, пальто сверху. Вот когда мы имеем возможность показывать слой за слоем, но внимание, в этом, скажем так, открытом окне не застегнутой верхней одежды, вот только такие компоновки, где больше пяти предметов одежды, могут выглядеть очень хорошо. Например, это может быть водолазка плюс рубашка. Я говорила о том, что это классный способ носить водолазку и рубашку. Водолазка, белая рубашка, допустим, цвета, который подходит, плюс пиджак, плюс это может быть, мне кажется, вот стоит под дверью. Егорка, это ты? Нет. Плюс наверх мы надеваем пальто. Вот когда вот в это, скажем так, пространство открытой, не закрытой верхней именно одежды, создается такая рамка очень красивая, выглядывает, скажем так, большее количество компонентов нашей одежды, это, да, может быть красиво, но это, на мой взгляд, прямо-таки исключительный случай. И я, например, так не одеваюсь. Мне некомфортно, когда на мне водолазка, когда на мне еще что-то, еще пиджак, еще пальто. Я люблю одежду теплую, но чтобы слоев было, что называется, поменьше. Так вот, обратите внимание, возможно, для вас будет близок этот принцип. Чем меньше вещей в компоновке, чем она проще, тем, возможно, будет выигрышнее тот вариант, который вы в итоге получаете. И по поводу многослойности также скажу. Для меня многослойность – это не много слоев одежды. Нет. Это может быть
2, максимум 3 слоя одежды, но одежды, внимание, разнофактурные. Разнофактурные. Что такое разная фактура? Это когда мы смотрим на вещь и, не трогая ее, можем понять, что вот здесь гладко, а вот здесь не очень. Мы смотрим на вещь и можем понять, что вот здесь хлопок, а вот здесь шерсть. Вот это и есть многофактурность, которая является залогом успешного формирования ансамбля по принципу многослойности. Это значит, что шерстяная, ну не юбка, давайте шерстяной свитер плюс хлопковая юбка – это как раз-таки разнофактурный по своей сути образ, и он будет создавать вот эту иллюзию классную многослойности. Сверху мы можем надеть все что угодно – легкое пальто, тренч, и мы получим еще один материал. Желательно, чтобы здесь структура тренча, она всегда, как правило, гладкая, не совпадала, допустим, со структурой юбки. То есть нужно выбирать тогда юбку в идеале. Конечно, если это можно сделать, хлопковую, но, допустим, более плотный хлопок, когда ощущается, что, допустим, эта юбка изготовлена из материала в рубчик. То есть мы не трогаем эту юбку, но мы с шагового расстояния можем определить, что вот здесь у тренча гладкая фактура, гладкий хлопок, а у юбки тоже хлопок, но он не гладкий. И плюс еще мы имеем фактуру шерсти шерстяного свитера. Вот такие образы, построенные на, да, больше, чем два, больше, возможно, даже чем три компонента в одном ансамбле, но прежде всего, когда мы ориентируемся на разнофактурность тканей, которые мы можем увидеть, не трогая руками, это очень выигрышные образы. Например, образ, где у меня шелковая блузка плюс шелковая юбка, причем давайте возьмем такой блестящий шелк, как атлас. Недавно я была на одном сайте, и там очень много платьев в бельевом стиле, я именно поэтому туда пошла. И вот представим себе юбку в таком бельевом стиле, очень часто такие юбки раньше использовали как подъюбник. Такая юбка и, допустим, у нас блуза, которая скроена, как самая обычная рубашка, но вот из такой же ткани, блестящей, атласной, скажем так, ткани. Вот этот образ, несмотря на то, что будет два компонента, он не будет смотреться хорошо и классно и стильно, так стильно, как если бы та же самая юбка не была надета, допустим, с хлопковой рубашкой, либо наоборот. Добавим сюда еще шерстяной кардиган, и мы получим вот эту вот многослойность. Но, опять же, залогом этой многослойности является не просто много слоев одежды, а разнофактурность этих слоев. Ну, в общем-то, вот такие правила, на самом деле их чуть больше, и в этом видео я рассказала вам об основных, которые действительно вам помогут распахнуть ваш шкаф и сделать ваши компоновки очень и очень удачными, вот буквально за 5 минут. Повторюсь. Сначала держать в голове все эти правила непривычно и, возможно, сложно, но потом это выходит действительно на какой-то автоматический уровень, и вы так же, как и я, будете собираться очень-очень быстро, и так же, как и я, выглядеть очень-очень классно каждый день. Это самое главное. Наша жизнь состоит из того, что мы делаем каждый день. Это была Яна Скворцова. Желаю всем поймать свою фэшн-волну и очень комфортно себя на ней ощущать. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.